Тогу. Все правильно, Ивон, заебу его. Задрачивает его. Бачи, дай обмен, вон, враг на дру. Уйди от меня. Ты какой зараза? Не, нормально. Я правильно понимаю, то есть мне дальше уже все ДПСом смысла нет идти или что? Кто это? Лоб, серп. Серп. Пока, да. Ну, то есть мне пока в пати оставаться или что, или все, можно лоб. Ну, оставайся и ПП утаешь. Ледовиты разойдите. Зараза. Что, Никита, посражаемся, да? Тебя что, не ткорнишь, что ли? Ну, я бы его бы не смог бы взять. Комментарий, логично? Скарчик, где лес? Не-не-не-не-не, давай, иди. Давай за 500. Корень за косарь уходит. Ладно, так и быть, 1.5. Ты серьезно, его нет, что ли? Я бы его не смог бы взять в инвентарь, алло, еще раз говорю. Почему я брошь сразу рулил? Потому что на мне есть. Я хочу ее потестить с этим, с травмой. Я тоже хочу потестить. А что, травму починили? Она не сломана была. Я так-то тоже геровская травма. А че Войд не вмешивается? Он нахуя мне вмешивается? Тут он же взрослая разборка. Нет, сука. Вмешивается, нехай ты сказал. Прикольно. Что такая-то не взрослая по пятихатке какая-то. Пацаны сейчас корень заберут, да будут хилить Каратас. Ну, Сиксанты все равно не заберут, поэтому.
хотя бы коин возьму. Да, мен. Давай, а там пиши. Окей, осталось самое легкое получается. Тут, кстати, это траву и собрали с великанов. Посмотрим, а то. Тут травник, соберите траву с великанов. Самое легкое получается 4-5. Что, болезнь тоже? Наглая. Да хуй знает. Паразитный, походу. Не на 100, на 200. 400, 600, 800, 1000, шаг 200. Вот. Первым шам нужно идти. Наверное, завтра. Что они же на хила неплохо идут. Конечно, МП5. Так на хила нужно, блин. А если у него крит есть, зачем ей больше крита? Давай, Ксюша, обмен. Не, я просто не эксперт в шамах. О, воронка. Я просто привычка, я типа вижу МП5, думаю, что это говношмут. Ну, когда в 4-5 смотришь стоимость лужи, и сколько она висит, охреневаешь. Итог, иди воронку, бери и траву. Я слышу, глухой. Спускайтесь, наверное, больше не помню. Понятно. Воронка. Там все скрытие, да. Там воронка или что? Да, там воронка вверху. А, воронка? Там воронка. О, воронка, нихуя себе. Че, реально? Там воронка. Баба. А вы что, уже побежали вниз? Нет, у нас воронка. Дим, попробуй еще раз, может там вторая есть. Достань одну, получишь вторую. Классная акция. Скарчик, дай угадаю, там воронка. Я башу убью, так тут хочешь. Довольно уже. Ой, наконец-то заменю эти говяные счеты. Твой прок у нас был выбор. Хорошие перчатки-то. Компот обмен. Там тензеры же еще касаются. Подожди, а чё роль? Себе смотри, блядь, Тензера зачем? Так он на твине же был. Может, на мутик? Или Тензера не был на твине? Было. Вот, значит, на твина робит. Одни твины, надо им подевать других твинов. Так вы как без роста. Как робы забирают, если они на робу не идут? Ну, давайте без роста. Да, сюда их надо. Он был на ТК. Уберите нахуй фон. Там фот.
Там же лоб поставил 5к. Лука не было. Какой-то лук. Надо было его подразмять, что ты. Тебе вернули аккомпот. Что, на вар ролить не будешь? Нет. Кого? Черного? А, этого? Все, все, я понял. Кинь. А можно мне рецепт на плащ? Черная дотка умеет. На друза кинь мне один. Все, он у меня заканчивается, мама. Это примерно как в РБК, когда он на сове был. Эй, друза, залей кинь. Тогда ничего покидай. Не, ну ладно, я не жал. Далее гасаристится. Тут надо зеленое хилить. Тактику людям рассказывать. Так, шкаф поставьте пока что. Да ничего, жестко хили. Ой, спекайся пока. Вот танк. Протообмен. Где меня свой доместами?
Поставьте, пожалуйста, меня в пятой пати. Что тебе поставить в пятой пати? В пятой пати меня поставьте. Никита. Команды больше дают. Че? Хило в пятую пати. О, я вылет. Вылетел? Да. Я пока не могу использовать. Понимаю. На тебе коин потестишь на этом бусе. Да ну нахуй, не надо, не надо. Ну ладно. Я же здесь травму не буду делать, смысла нет. Все. Ваша версия клиента устарела. Ох. А там не выкидывает. Опять Вов Силус. Крови кипит, как вирус. Не, если он релокнулся, то его выкинет. Через 3 минуты. Не, там... У меня сегодня было такое, там... Не, он... Мне не написал, что через 3 минуты выкинет. Ну, там маленькая обнова была, что-то на 8 мегабайт, что ли? Такое было. Меня не выкинет. Сделали обнову, что рыбу нормально выловить нельзя. Безумно, смотри. Хилить тебя буду я. Поэтому вот здесь аккуратнее будь, чтобы я вот отсюда смог тебя доставать. В этом. Чтобы ты не заходил там за стол. Понял, да? Вот так, примерно здесь. Ну-ка, встань туда, в квадратик. Что, достаешь отсюда? Ладно, примерно буду так. Дима! Что ты хочешь? Отпустишь? Еще. На одного босса, может два. Нет. Так, значит, Слава, ты у меня на ромбе, потом кружок заберешь. Даня, как всегда, на двоих, Егор на квадрате. Я хилю квадрат. Персея. И Аня хилит. Нет, Персей и Батя хилите у меня, получается, Данича. Ну, стопом просто хуярите его. Ну и остальные три хила на рейде. Сапроты пьем. Сапроты пьем. Я тут чашку таю, типа. Батя, не мне обмен. Вот стоит дерево. Ему отмен кидай. А что, лучше не стало, что ли, вот как это, уменьшили агро? Да стало. Стало лучше. Я тебя спрашиваю, стало не стало? Встал. Ну да, на скрытии 30%. Ну ладно. Так, ну что, готовы? Прости меня. Вы готовы, дети? Нет, капитан. Шизик. Готов. Поехали.
Киру, ты что дали? Ну, ребят, ну вы же сами знаете, что давать, ёбаный в рот. Не могу я за вами всеми следить. И он, блядь, не хули пал. Что ты ещё, мэн? Пошли, пошли, пошли. Прыжочек. Не надо, батя, вставать, ты не выживешь, у тебя хп мало. Мне как-то сквозь текстуру хан закидывал. Опять сквозь текстуру кому-то закину. Я вроде не накрыл. РДД немного попроще тут. Ебашьте его. Не догоняют милишники. Не бьем РДД. Бейте. Бейте, бейте, босс. Поднять? Звезда. Не надо, он умрет. Звезда. Мертвый шаман, плохой шаман. Звезда. Енот, залей надо. Звезда.
отошли. 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 Вот, если можешь, да, и на персик. 20 секунд. Звезда. Пять секстант не выпал. Давай будет назад. Хило. Потом тебе, Никита, объясню, как хили танка. Вот таких случаев без хпал. Я вот его набрал. Он же по тебе тоже, да, эту стрелу закинул через текстуру? Да, закидывает, но тут можно, в принципе, и наебать, и наебать. Оно через раз прокает. Да, Лёха, иди на шамана. Давай на этого, только на этого босс. Воин спекнулся, я в него напуливал. Молодец. Всяко лучше, чем в тотем напуливать.
тензором вставай. Рыба идем. Да, не что, как обычно. Слава, просыпайся. Фула, давайте. А что, нам только хилы нужны, что ли? В смысле? Ну ты только хилов спамишь. Ну да, а чё? Мне кажется, у нас это ДД не добавит. Если кажется, надо креститься. Это не всегда помогает. Этот, блокдот, накинь СС по дереву. Иди накинь. По Void Best? Угу. А Веруня, накинь СС на скилла. Он все равно сдохнет. Все, стартуй. Привычное дело. Знаете, бойте пристабов. Шейбот. А тут из голос? Старфол трэш, бля. Ну ты пуем этот, блядский. Играем по трэшу, Гера пошла. Без роги играем. Сильнейший.
Он меня уже раз 10 пробовал. Да я вижу. Переживешь. Он тебя любит. Что ты с каминар? Вы на рабы-то мотали. Опять. Эй, ты чё там стоишь, блядь? Иди под пост. Что-то сегодня какой-то урожайный день. Вообще. Мы в прошлый раз ходили, так же было. Только там две танковские тринки было. Нет, не так же. Там не было кожи. Было две танковские тринки хорошие и этот сплетение. Ну, как всегда, сейчас я на прошлой неделе за 12 забирал, сейчас кто-нибудь за 5 заберет. Так сейчас, по-моему, почти никому не надо уже. Я смотрю, что все так захотели. В смысле, у нас Энг же есть, Энг по-любому хочет. Бесполезный Энг. Не знаю. Меня он же не качек. Ты че, у нас там почти все удары, они... Извиняюсь. Это да. У меня тоже куча способностей, все равно она бывает спадает. Ну, спадает, но редко. Ну, мне вот она, например, ДПС на 3К подняла. Да, в любом гире причем. Ну. Это триня? Да, на 3К ДПС дает в любом гире. Хоть на 200 и там левел 1, и она будет 3К дамажить. Шизик, ты дурак? Нет, все. Леха, дальше обмен. А Шизика спишем, Шизика. Правильно? Нет. Правильно. Да Дима! Шизик, дурачок. Можно Шизик? Атки еще очень любят носить. Ну, Дима, я не разбираюсь. Протопалы там всякие. А у меня как на 3 не пост. Не дает она 3К, конечно. Ну, как ты говоришь. Но у меня она дает примерно 5% ДПС от 20-ки. Наверное. Подожди. Я не знаю, сейчас посмотрю. Ну, 2К он даст. Да, 2К. 2К это 500 дает просто дота, и плюс еще селф-баф от нее на 300 сколько там АП. 346 АП. Вот это тоже на все скиллы скалируется. Она почему-то, кстати, это. У некоторых классов больше, у некоторых меньше дамажит.
Ну, сам взрыв. Ну, у некоторых, блин, спадает дотка, у некоторых не спадает. Типа, есть не, вот те же вары, у которых дотка, ну, типа, спадет, ну, с меньшей вероятностью, потому что у них героик, блядь, ну, стакает ее. И плюс остальные все скиллы. Не, там типа, какой-то баф есть. Ну, типа, у тебя селф-баф, у некоторых классов есть, что там плюс процент к урону. Никита в хилу. Вот у меня, ну, видишь, до 8к доходит. Это до... У Родинов такой есть. Должна 6,6 и 6,2 или сколько там. Понятно, при чем это, ну. Сейчас. Если волю не хватает. Ну вот у меня на энке, когда был 250 гир, я ту тринку получил, у меня был ДПС это 12. С ней у меня 15 стал. Это в столб без бафа, без всего. Сейчас где-то столб у меня 19 получается без бафов. Энхом. Нормально. Ну, у него, считай, бурста нету никакого. То есть это, если ты тупо даешь эти 19, но будешь чуть больше давать с рейд бафами. И все. Ну, зато стабильный дамаг. Ну, ее да. Снимают, когда высокий гир. То есть, когда ты уже 25 будешь давать, ты ее будешь снимать. Ну я не знаю, я вчера пиху видел из этих, из белой стаи, вот он вчера тестил тоже, так он что-то вообще стол больше 17 не смог выжить. Хотя у него гир там 279 был. А он на чем был? На лисе, по-моему, я не помню. По-моему, да, лиса у него была. Нет, в смысле, кто, Энг? Энг, да. Ну вот ты зарубал то, что июнь он обещал волков сделать, но что-то уже июль так и не сделал нифига. Да, я даже в Бэйн играл. Вот обещал сделать. Волков, волки не скалируются. Дай мне литер. Фонгенов, смотри. Не, последний талант твой. А что они не сделают? Они дамажат там 500 ДПС. Еще и убирают с одной тычки. Да. То есть голый шаман и фулл одеты одинаково ловки или может. Рак. Рак. Чё, рак? Дай Диме Орелла. Блять, где этот Дима? Хэви! Райки. Так, ещё раз для глухих, рагнадрув хила. Войд бест в танка. Я из этого вылез, вы здесь. Первая пати крест, вторая квадрат, третья луна, четвертый треугольник, пятый ромб. Макросы, надеюсь, у всех есть. А в школе надо было учиться. Не длинного, да, бьет? Третий. Когда что надо макрос прожимать, напомните? Там ZS написано, ядро. Макросы возьми. Нет, тогда что надо делать, прожимать? Сейчас я все объясню. Главное сделать. А мне хантом бить вот этого длинноногого? Да. С тобой еще будет бить его Black Dot.
Кстати, так. А у нас будет какой-нибудь дикий? Конечно, компот. Окей. Компот. Так, не забывайте подходить к ближайшим меткам. Например, к кресту подходит квадрат к луне. Квадрат, треугольник помогает ДДшнике. Так, первая фаза. Ред-дехилы начинают отсюда. Если на вас дебаф вешается, ваш никнейм называют, входите с рейда. На дистанцию, чтобы нас не уешил урон. Ваш дебаф. Это, в принципе, вся первая фаза. Вторая фаза. По меточкам становится каждая группа. Первый крест, да. Начиная с первой по пятую, по часовой стрелке. Каждая метка, каждая пати. Значит, там будут появляться, во-первых, гварды. Их забирают танки. Появляются вот такие синие элементали, как у фростмага. Их просто заливать. Есть зеленый элементаль. Когда зеленого элементаля убиваете, его нужно лутануть. Забрать ядро и макросом перекидывать до вот этих генераторов защитного поля. Вы становитесь рядышком с ним, на вас кидают ядро, нажимаете на генератор, закрывается луч. И так 4 раза надо сделать. Все. Так, Хантелла, Блэкдот и Сайбот априори играете по долгоногам. Так, наглая, старайся там танков прохиливать. В принципе, все хилы должны прохиливать и пати, и танк. Кулак дайте. ОДК. Пристабах, интеллект, речь. Все, вторая фаза это убить долгоногих, забрать ядра, закрыть. Потом третья фаза. Там появляются скаты. И, в принципе, будет как первая фаза. У вас дебаф, вышли с дебафом от рейда игроков. Если на вас кидается лужа от скатов, такая зеленая хуйня на пол будет разлита. Выходите с нее и бьете дальше. В принципе, все. На скатах жадница. Black Dot. Я поиграю. Black Dot по боссу играю, я жадница поиграю, все. Все, давайте на позицию. Паладины, ретрики, не забываем, блять. То, что не забываем, вы и не знали, в принципе. Когда плетение на вас, когда вы под боссом, если на цели дебаф, и он во плетении, вы кидаете ему фридом. Фридом это длань свободы. Оранжевая такая хуйня появляется, которая, блять, освобождает от всех замедляющих эффектов. Здесь понятно. Танки полетели. СС по кому? Накинь, нагло, у тебя есть встать? Ксюша, встать у тебя есть? Ну, Энг. Ксюха меня не слышит, понял. Говорю, у тебя есть компот вышел? Встать, после смерти, вот если ты умрешь, ты можешь встать? Можешь. Батя, можешь? Персей. Вы можете встать? Значит, Веруни, СС на Селинель, Кащун на Рагнадру. Безумно вышел. Деревяшка, ты где? Я тебя не вижу. Вот я прыгаю. Кто-то еще может не знает, кто на какой метке стоит. По-быстрому, пока я свободен. Кинул СС. Блэкдот вышел. Вторая квадрат. Лёха. Лепёха. Связь. Дайте фридом вон слева от вас оплетение. Беги, малышка, беги!
Старайтесь все дроки дать на проверенных людей, а не новичков. Не нужны вам, блять, долгие траи. Если у кого-то забагается макрос, то через инвентарь играет и перекидывает ядро. Все по меточкам ставим. Инот залей на Арбате, а Войд залей по Персею. Так, Безума, ты у меня, Безума, ты у меня на скате большом, долгоногой. А остальные танки на гвардах. Вы не забывайте, что когда вы спускаетесь вниз, например, или выше, если хил на низу находится, то вас не смогут прохилить. Поэтому старайтесь находиться так, чтобы вас могли прохилить. 5 секунд до зеленый вышел. Луна, где? Луна. Луна, помогли луна. Луне. Треугольник, квадрат, помогите. Перекидывайте ату на себе. Большой, на кресте. Компот на заметло. Крест. Крест помогли? Помогли крест. Квадрат, быстро, свич. Желательно бурсты оставляйте на зеленых. Не жалейте на них просто. Появился зеленый, бурс в него влюбали. Кощуну кинь. Вон я вверху. Сейчас зеленый вылезет. Это луна. Луна, луна. Могли луне. Ближайшие меточки. Батя, захильте. Леха, поставь тотем очищения. Долгоног с треугольника летит. Зеленая луна. Луна квадрат. Квадрат помогли. Ёлка. Инот, подними рогнатру быстро. Блять. Где безумный? Блять, меня убило с этим. Закрой рот свой! Безумно. Надо как-то, чтобы Войд поднял Данича, наглая, вставай сама. Захилься, захилься. Персей, захилься. Данича есть у кого БР? Не, нет. Вот, давай, поднимай Данича. Поднимай Данича. Ща, я подбегу к нему. Персей, вставай. Сейчас резко у меня магма. Девчонки лежат. Лапу дал. Ну не это. Вот все сейчас. Да хуя. Отойдите в сторонку, дайте диван. Потом резнем.
Ну, блядь, я вот не знаю, сказать вам нет. Может быть, некоторые люди не знают, что когда появляется зеленый, есть определенный отрезок времени, чтобы его убить. Если в 20 секунд там, или 15 не укладываешься, то он исчезает. Это все знают? Поднимайте, Паша. А еще обязательно 3 танка. Да. И обязательно на танке копить гвардов. Блять. Это что-то дает? Живой коин 200к на хиле. Я хилею. Данич, тебя даже захилить не смогли, потому что, не знаю, лично у меня это был за этим генератором. Я его не доставала, ну, вне поля зрения было. Хотя я вышла в центр специально. Ну, я вот к нему бежал и в итоге сдох. Не, у меня не было комнаты. Чё я? Ну, вне поля зрения, короче, ты был у меня. Там, рядом с ним там гварды были, и долганок, блядь, бегал. Лёха, спекнешь в хила, стою ещё. Ёбнуться можно было. Ебать. Подходим на бафу речь. Котейка. Просто баф. Что, зихот спамить? Ману, останови перси. У меня он в сумке лежит, не кидается. Не кинется, потому что, блядь. 2 минуты еще. Успеем? Чтобы сразу одну. Успеем. Только она пропадет в тюрьме. А... Давайте на позицию.